96-я серия, участок Мурманск-Магадан, расстояние, которое будет пройдено в этой серии, 77 километров практически. Движение на восток начинается с обводной дороги Омска, ну и далее на восток. Теперь отвечу на некоторые комментарии. Александр VII. То, что время просмотра по 20 минут, я думаю, просто многие смотрят в режиме двухкратного ускорения. Так оно, в принципе, и получается. Да, я тоже думаю, что гораздо интереснее для некоторых, особенно для туристов, для путешественников, не природой любоваться, а именно вот инфраструктурой, дорогой. Вот я думаю, это что самое главное для них. Так, Юргент. Я благодарю Юргента за ссылку. Интересное видео. Надо будет более внимательно, наверное, их просмотреть. Интересное видео, очень интересно. Спасибо. Владимир Евдокимов. Нет, не надо по полчаса. Я бы хотел, серии были еще больше. А я, по-моему, уже отвечал комментарий. Благодарю Владимира Евдокимова за добрые слова. Теперь комментарий пользователя с логином «Жизнь во всем многообразии». Я, наверное, заеду. Это касается регистратора и качества съемки. Пользователь пишет: этот регистратор явно должен снимать видео куда лучшего качества. Полагаю, с настройками что-то накручено. Может сбросить на заводские. Ну, на заводские уже сбрасывать не получится, потому что видео уже отснято и ждет своей очереди. Относительно расположения видеорегистратора, что он задран вверх. По предыдущим рекомендациям, советам, ну, это прошлые годы, мне рекомендовали как можно меньше снимать капот, лучше небо и природу. Ну, я вот из этого исходил. Чего, дружище, не рассчитал? По настройкам, значит, прежде чем отправиться в поездку, стояло две важных функции. Во-первых, чтобы автомобиль не подвел в дороге, заменили и ремни, и резину, свечи, тормозные диски, тормозные колодки, то есть полностью, чтобы не было проблем в дороге. И вторая, может быть, основная, критерий – это была съемка. Я хотел снять максимально хорошее видео, поэтому прежде чем стартовать, покатался немного по городу, по Подмосковью, снимал в разных настройках, потом анализировал, смотрел, и вот этот вариант, который сейчас был настроен, оказался самым оптимальным и по размеру кадров, и по частоте кадров в секунду. Там были настройки 60-45 кадров, но эти настройки, они занимают огромный объем памяти. Для меня это было очень важно. И что еще? Видеорегистратор начинает греться. Я очень переживал, что во время поездки он может зависнуть, уйти в аварию, поэтому выбрал стандартный режим 30 кадров в секунду. Автоматической экспозиции на видеорегистраторе нет, есть дневная и ночная экспозиция. Но предугадать, какая будет освещенность в
разное время суток, это очень сложно. Поэтому я отказался, я выбрал ручной вариант настройки. Во время движения я пытался как-то регулировать экспозицию. Ну, не всегда это получалось удачно. Во-первых, за дорогой нужно было смотреть, и то, что воспринимает человеческий глаз, с тем, что отображается на экране регистратора, наверное, есть какая-то разница. К сожалению, что получилось, как получилось. Попробую, может быть, в перспективе, на каких-нибудь сериях подрегулировать настройками плеера, который обрабатывает видео. Ну, что получится, не знаю, ну, на ваш суд я это все оставлю. Все, Омск прошли. Вот здесь на кольце. Если бы ехали через Омск, выехали бы на трассу. Трасса М51, как вы слышали. Мост через реку Иртыш. Праворульный он ни хрена не видит. Тут как была торговля по радио, так она и продолжается. Только прямо, прямо, прямо и прямо. Пожалуйста, можете любую карту купить, им по барабану. Что это незаконно. Груша, вареная кукуруза. Я остерегаюсь покупать.
Красные пайки на кольце у Газпрома. Змеи воздушно продают. Сейчас любой объем есть на Газпроме, нету, подскажите. Калачинск, Барабинск. Вот я где запутался. Поддержите настройки, значит, буду регулировать плеером. Ну, буду что-то делать, потому что мне очень важно снять, разместить качественное видео о Якутии и Колыме. Край очень интересный. И информации о нем очень мало в интернете, я имею в виду дороги. Есть такие небольшие ролики, но они не отражают полную картину и объективную реальность, то, что вот находится на этих трассах. Настройки, повторю, на видеорегистраторе были практически заводские. Нету там таких режимов автоматической экспозиции, к сожалению. Нету теплого или холодного изображения. Вот, все практически было в автоматическом режиме. Старался как можно меньше влезать в эти дела. Ну, говорю, повторю еще раз, что прежде чем разместить видео, я провел несколько съемок с разными настройками. И выбрал, на мой взгляд, то, что, как мне показалось, было самое лучшее. Не предназначен этот видеорегистратор для художественных съемок таких направлений, как художественная съемка, например, из окна автомобиля. У него другая функция видеорегистратора. Он с ними справляется, на мой взгляд, неплохо. Вот. Но, к сожалению, той аппаратуры, которой бы я хотел все это снять, на данный момент, к сожалению, я не нашел. Датакам у него свои преимущества, но и свои глюки есть. Это и с позиционированием на местности, есть хорошие функции автоматическая экспозиция, вот, съемка на две карты памяти. Вот, но у него тоже одна большая недоработка, то, что он очень сильно греется и уходит в аварию, не предупреждая, просто отключается и все. Такое уже было неоднократно, и я его взял как резервный. Да, кстати, фильтр никак на экспозицию не влияет. Единственное, он это устраняет блики от лобового стекла. И со своей функцией, на мой взгляд, он справился очень хорошо. Так, Александр VII. По поводу границы с Казахстаном. Нет в ней ничего страшного. Таможня проходится быстро, хотя сейчас эти видны ограничения и так далее. Я ездил в Казахстан в прошлом году. А вот бензин там почти в два раза дешевле, поэтому туда и очереди на границе, которые создают местные. Я не говорил, что какие-то проблемы. Мне, например, не нравится ездить через Казахстан. Вот эти вот таможенные досмотры, они, ну, я не люблю, когда начинают ковыряться в грязном белье, там капот, багажник, что это и так далее.
Вот это раз, потом досмотры при выезде, в регистрации там, в этом пункте, который выдает ответ, который регистрирует, выдает квитки. Вот поэтому я предпочитаю проехать на 100-150 километров больше, чем ехать через границу, через Казахстан. Тем более дороги в Казахстане, они значительно хуже, чем в России. Так, Николай Ильичев, мы можем мерзко... А, это к видеомашине кинотрассе. Да, у нас у всех физиономия. Трасса F-51, это трасса Сибирь. Нью Прожект. Хорошо, что хоть дороги ремонтируют, а то они были все в ужасном состоянии. Хоть что-то у нас в стране делается, согласен. Еще вспоминаю 5-летней давности видео, перевал через Уральские горы. Вот, ну, невозможно было проехать, потому что постоянно шел ремонт. То на одной полосе, то на другой полосе. Толпы создавались, очереди. Но сейчас более-менее дороги довели до ума, и через Уральские горы можно без проблем проехать. Ну, это через Уральские горы, я ехал на обратном пути, чтобы не повторять один и тот же маршрут. Ну, выбирал такие разные варианты движения по России. Так, ну, вот вроде бы все. Если что-то невнятно ответил или как-то непонятно объяснил, спрашивайте, пока еще время есть. Я бы хотел все вопросы утрясти по качеству видео, по комментариям, пока не начнется А-360 и Р-504. Ну вот, как-то так. Там дальше отбойника уже не будет. Так, интернет. Мегафон 50% мощности, 4G. Утили 2. Или 2 100% мощности. Интернет не пишет. Thank you.
Новосибирск, дорога как была, так она и осталась. Она всегда была, насколько я помню, всегда. Она, насколько я помню, всегда была такой. То есть вполне приличная. Двигаемся в сторону Новосибирска. Как швыряет воздушными потоками от встречных машин.
вот убрали урожай уже, солома осталась. Это на корм животным, которые тебя побеждают. Победили мы все, что можно, просрали. Мы идем 86, 83. Сюда тоже заезжал, искал резину для автомобиля. Надо было не аварийку включать, а включить поворотник, припарковаться, идти на обочину. Но здесь тоже вот видно местами какие-то гармошки из асфальта. Части. Интересно, перед тем как делать ремонт, анализ проводят поврежденных мест. Обочины, обозначение обочины по ним проходит. Но радует то, что колеи нет. Колея — это было одним из основных мечей наших дорог. Обычный вид, имеется в виду обочина рядом с дорогой, свободная от деревьев полосы или участки. И так до Новосибирска. Пойдешь на коне, да?
Пятичасовой поезд от Москвы. Смысл мне было обгонять. Средняя скорость колонны 82 километра. Буду двигаться с такой же скоростью. Такую колонну. Да как нужно машину рвать? Поэтому двигаюсь. Thank you.
еще до Омича в отеле. Можно было бы и в мотеле остановиться, но пройдено слишком мало сегодня. Вчера тоже было мало. Нет смысла, впереди с такой же скоростью двигаются. Возглавляет эту колонну Шумахер. Пытался выйти, увидел встречку и опять нырнул. Будем так двигаться, пока он не сойдет, не повернет. Пошла на обгон. Легковушка. Лобовое с этим стороножкой разошлись. Да, этой дороге нужно уделить, наверное, больше внимания. Интенсивность движения.
напряжение очень высокое. Нагрузка на полотно огромная. Thank you.
выезжать, я из окна машины сниму. Этой заправки была очень серьезная авария. Водитель заправился и решил сразу на левую полосу уйти.
показывает знак. Навигатор показывает 11, наверное, километров, 12. Калачинский район. Заехали.